Добрый день, уважаемые зрители. Необычная вещь оказалась на Амазоне. Оказывается, сейчас фирма Pepperball выпустила свое так называемое нелетальное оружие. Ну, нелетальное, это не оружие. Предметы для самообороны на продажу на гражданский рынок. Что это за оружие? Что это вообще за вещи? Это не оружие в прямом смысле слова. Это устройство для отстрела шариками с перцовой смесью. Это вот то, что мы иногда видим, знаете, то, чем разгоняют всяких непонятно кого. Не буду в политику лезть. И сейчас эти вещи стали доступны для обычных гражданских людей. Недешево. Но как альтернатива тем, кто не может купить огнестрел, тем, где огнестрел недоступен. Вот такая вот вещь, с моей точки зрения, может быть интересна. Магазин здесь на 15 шариков 68-миллиметровых, перцовых. Выглядит как карабин почти, только желтого цвета, нелетальный, соответственно. Поставить на него коллиматор. И это может быть очень интересным вариантом для тех, кто хочет иметь способ или инструмент для самообороны, как дома, так в машине или еще где-то, но не летальный, то есть не огнестрельное оружие. Как вариант, тот же самый Нью-Йорк, где, как говорится, такую вещь не купишь. Огнестрельное имеется в виду, арку там не купишь. А это можно, я подозреваю. Вот такая вот вещь, это один из вариантов. То есть сюда, реально говоря, можно много чего установить. И фонарик тот же самый, и лазер, и коллиматор. Сделан, как вы понимаете, на основе R-15. Но оружием не является. Ну, соответственно, вот шарики к нему. Кстати, не дешевые шарики. 90 шариков за $164. Сам этот инструмент почти $900. То есть дорого. Но еще, конечно, есть альтернатива у них. Мелкая, работающая на вот, CO2. Тоже стреляющая, реально говоря. Или выпускающая вот эти перцовые шарики. Вот эта вещь может быть кому-то интереснее, с одной стороны. Там есть 5 шариков внутри. Они летят 60 футов. Если кто-то хочет переводить метры в метры, сейчас для меня поздно, у меня уже голова не работает. В общем, это не настолько близко, скажем так. То есть, в принципе, дает вам возможность куда-то кого-то отбить от вас, не подходя вблизи. Очень интересная вещь. Недавно стала доступна на гражданском рынке. Здесь тоже работает либо от газового бака, с, наверное, сжатым воздухом, либо от баллончиков с CO2. В зависимости от того, что взять. Ну вот, вот просто хотел такую вещь показать. Я буквально вчера о этой вещи узнал и решил сегодня для вас снять такое очень краткое видео. Спасибо за внимание. До следующего видео.